Всем привет! У нас утро, 8 час. Мы идем в больницу, в поликлинику. Все время говорю в больницу, но правильно же в поликлинику. В больницах-то лежат. О, темно. Ладно, потом буду снимать. Пока на фонаре идем. Извиняюсь за шум, но у нас здесь камушки, коляска постоянно вся гремит. Камушки плюс колеса сбитые. Мы ее как купили, не качали колеса. Вот у нас поликлиника, с виду обычная этажка. Только открыли, я так поняла. Но мы рано приперлись. Я обычно рано прихожу, если не считать того, что я тогда опоздала. Но я думала, к другому времени. У меня бабушка тоже всегда за час приходила везде. Все, идем мы домой. Фаина как боец пыталась вытерпеть. Заплачет, перестанет. На улице стало холоднее. Или ветер просто появился. У меня прям нос и уши примерзают. Примерзают, отмерзают. Фаинчик спать хочет. Творог с йогуртом в блендере перемолола, вроде ест. А так она его не ест. Крупицы ей эти не нравятся. Вязкость от них. Кашку тоже маленько поела. Увидела, что я творог делаю, захотела она. Ей наложила. Ну ты пододвинь тарелочку, какую будешь кушать. Ложечкой ешь? Да, бутерброды. Я еще сделала, у меня начинка оставалась. Не пропадать же, я взяла. Хлеб у меня в холодильнике был, нарезал. Да, запекла. Хотя мы вот только недавно творог с гречкой Фаина ела, а я просто творог. Но мы чай еще не пили. Вот я села чай пить, чтобы у меня голова не заболела. Кофе. На самом деле спать так охота. В 6:30 проснулась сегодня. Еще в обед идти. Время 12:30, Фаина проснулась. Но она рано уснула. В 11 почти, наверное. Я тоже пыталась поспать. Вытаскивай ее оттуда. Тоже пыталась поспать. Думаю, посплю маленько. Так, сон клонила. Начала заспать. Коля позвонил. Но я не взяла. Весь сон у меня перебился. Всегда, когда спать ложишься, начинают все звонить. Я злая сама на себя. Не смогла уснуть и ничего не сделала. Лежала. Я вот как будто в полудреме просто лежала. Не могла встать. Сейчас буду варить макароны. Воду уже поставила. С сыром и с сосисками будем собираться. Где-то в 3 выйдем. Сейчас время 1:00. Все, мы вышли. На улице тепло. Солнышко светит. Ветер не сильный. Я вон в кофте. Шерстяной, правда. Что это такое тебе, скажи? Ням-ням. Ням-ням. А ты до этого что говорила? Она мне говорит, чай. Чай. Да? Чай ты сделала. Мне в поликлинике сказали, что чай с медом часто нельзя добавлять, будет аллергия. Но у нас, в принципе, ни на что нет аллергии. Но от меда может она развиться.
Ну, она почти выздоровела, так что я, наверное, не буду мед больше добавлять. Ни у меня, ни у Коли нету ни на чего аллергии, и у Фейни также. Ай, дай я тебе колготки подтяну. Домик убрала, он стоял здесь, на пол комнаты. Окно у нас вот такое вот страшненькое, шторка висела. Еще я ее тоже убрала. Не отмывается она. Закопченная. А там к соседям окно. Мы его не открываем, там темень, толку нет. Стул у меня здесь, вещи я складываю, которые надела, которые можно потом еще надеть. Ну, в холодильник хотела сказать, в шифонер не складываю уже такие вещи. Ну, игрушки стоят, некуда такие большие в зале поставить, поэтому здесь они. Вот, я сегодня до похода в поликлинику еще разбирала вещи, перебирала, какие убрать летние, какие достать в шифонере. Шифонер несколько раз перебирали, его же лежа собирают, но так и не закрывается до конца. Щели такие остались. Здесь тоже сейчас перебирала, убирала. Лишнее. В кладовку все поносила. Я посуду еще. Пыль. Сегодня мыла на кухне, убиралась. Вон кошки опять накрошили. Завтра уже буду пылесосить помыть. Творческий беспорядок. Тут тоже надо пол хорошо промыть, пропылесосить. Ой, тут мыть-то ничего, ну ладно, пропылесосить. Стоял долго домик. Чё, хотела что-то показать. Показывать-то нечего. Холодно в этой комнате, поэтому не живем. Но тут у нас как кладовая гардеробная получается.